Третий видеоурок. В этом видеоуроке мы с вами выберем продукт, который будем продвигать. Это может быть, в принципе, любой товар, который продается в интернете. Но я делаю всегда акцент на продаже информационных курсов, обучающих курсов. Вот. И я пользуюсь сервисом Glopart. Сразу скажу, что вы можете выбрать абсолютно любой другой сервис, либо можете продавать какие-то физические товары, к примеру, там либо часы, либо какие-то новогодние игрушки и так далее. Вот. Принцип везде один. Я покажу это на примере Glopart. Итак, заходим на сайт glopart.ru. Нам нужно пройти процедуру регистрации. Здесь нажимаем «Попробовать бесплатно». Указываем наш e-mail. Ставим галочку «Я не робот». Нажимаем «Далее». Принимаем условия. Теперь на нашу почту выслан пароль. Нажимаем «Подтвердить регистрацию». Нам здесь присваивается пароль. Мы нажимаем «Активация аккаунта». Отлично. Аккаунт активирован. Теперь сразу перейдем в персональные данные в левом меню. Здесь пишем свое имя и фамилия. Ну, например, такое же имя, как у аккаунта. Можете указать свои личные имя и фамилию по вашему желанию. Можете также указать номер мобильного телефона. Это для вывода там денег, безопасности и так далее. Но, в принципе, можете не указывать, я не указываю. Вот. Здесь нам нужно будет указать кошелек либо WebMoney, либо Kiwi, либо Яндекс. Я использую WebMoney рублевый. Вот. Как его зарегистрировать там в интернете, думаю, найдете, если не знаете. Вот. Ввели свои данные, нажимаем «Сохранить». Наши данные сохранены. Далее переходим в раздел «Каталог». Здесь у нас куча просто всяких инфопродуктов. Мы выбираем «Лидер недели». В «Лидерах недели» это самые продаваемые информационные продукты, которые пользуются популярностью как у партнеров, так и у покупателей, которые хорошо продаются и которые приносят хорошие деньги. И как нам выбрать продукт из всего этого множества, который мы будем продвигать? Здесь есть несколько основных моментов. Первый – это конверсия. Она указана возле каждого продукта. Конверсия должна быть не менее 10%, ну или около того. Чем больше, конечно, тем лучше. Второй момент – это цена товара. Цена товара должна быть в районе 600-700 рублей. Это по моим личным оценкам. Такой товар, то есть товар с такой стоимостью, имеет наиболее хорошую конверсию. И отчисления, которые мы будем получать за продажу этого товара. Отчисление должно составлять не менее 60%. Вот, это третий момент. И четвертый момент. На сайте продавца должно быть продающее видео. Это тоже очень важно. Итак, давайте возьмем для примера какой-то продукт. Как вариант можно выбрать вот продукт, который называется «Новогодний большой куш». Его конверсия 9,5%, ну, в принципе, нормально. Цена товара 630 рублей, хорошо. Отчисление 504 рубля, тоже очень хорошо. Переходим на сайт. И смотрим. На сайте есть видео. Это видео загружено на YouTube. Сейчас он подгрузится. Вот. Это то, что нам нужно. Поэтому, возвращаясь в Glopart, мы нажимаем кнопочку «Стать партнером». Появятся две ссылки. Нам нужна только первая ссылка.
Давайте сразу ее скопируем. Создадим на рабочем столе текстовый документ. Назовем его, ну, Glopart так и назовем. Вставим сюда эту ссылочку. Возвращаемся. Здесь можно уже закрывать. Переходим на сайт этого товара. Нажимаем на значок YouTube. У нас откроется сайт YouTube, где находится само вот это продающее видео. Здесь нам нужно нажать кнопочку «Поделиться». И уже выделен вот этот код, вот эта ссылка на продающее видео. Мы также ее копируем и также сохраняем наш текстовый документ. Все здорово. Сайт YouTube можно закрывать, продающий сайт также можно закрывать. Необходимые ссылочки у нас скопированы и готовы к дальнейшей работе. По регистрации и по выбору товара все. Переходите к следующему видеоуроку.